Всем привет, друзья, с вами Даша, и сегодня мы будем играть в Тома Всплеск Силы. Ну и ждем, когда игра загрузится. Ну давай, загружайся уже. Так, игра загрузилась. И сейчас будем ручки подкрывать. Привет, подкроем уже. Еще обратно ручки подкроем. Так. Остался еще один сундук. И попалось два ключика. Так, эта локация пока закрыта. Не, это тоже. Так, идем на эту локацию. Мы можем пока построить. Не хватает монеток и ключика. Я здесь пока построю. Я построю котенка одного положу. Не могу. Надеюсь, вот монеток построить. Так, не хватает еще 83 монетки. Берем на уровне. Так, соберем 50 монеток. Так, поехали дальше. И как раз монетка с кактусом. Так, одна монетка, типа, это я никуда выстрелила. И хорошо, что я на нас не попал. А вот сейчас енот. Так, енот ангел у нас не попал. Да, эти коробки немного помешали. Вверх мы попытаемся попасть. Должно долетали сразу в дверь. Вот ему этот синик у нас не попал. И надо постараться взять эту монетку. По той же траектории, только немного ниже. Вот так вот. Здесь. Двоих енотика убили и монетку забрали. Том танцует. Так, вперед. Также вы, ребят, пишите в комментариях, кто ждал Тома Всплеск Силы. Я обязательно прочитаю и отвечу. Одного енота побили. И осталось еще три енота. Да, не
много попало, а кого я не покажу, у нас не попали. И это радует. Я так специально делала, чтобы монетки собрать. Сейчас мы этого енотика собьем. Получается. Ну, у нас только один раз попали всего лишь. Но это не страшно. Одного енота купили. Мимо. А ты далеко, кстати, забрался. Ничего, сейчас попробуем тебя достать. Вот так вот. Убили этого енота. И он снова танцует. Дальше пошли. Ого, это енот далеко, и вообще они все далеко. Сейчас попробуем все монетки собрать. Есть тут у меня монетку с тактиком собрали. Колесо енот. Правда, на него не очень попали, но зато в нас попали. Того дальнего попробуем попасть. Нет, коробки помешали немного. Мимо. Чуть повыше. Нет, все равно эти коробки мешают. А тебе смешно. Ну, не смейся, смейся. Нет, еще один удар у нас собьет. Ну, сейчас ты меня получишь. Получилось. Хорошо, что его эта утка, она до нас не долетела. Есть. Мы победили енотов. Так, я пока продолжать не буду. Так, еще три монетки. Мы откроем визитку Анжелу. Угу. Так. Некоторые персонажи за монетки. Ну пока возьмем Санка. Тут будет Санка. Напротив нас 5 енотиков. Не получается, енота. Мимо. Ой, у нас попался енотик Дельфер. Мимо. Монетки-то собрали, но енотом не попали мы. И снова мимо. Вот, сразу двух. Ну ты сейчас получишь. Держись. Вот так вот тебе. Есть, енота мы победили. И Хэнк танцует. Да, енота много тут. Да. Енота пока не попали, но зато у нас попал под енот. Опять мимо.
Эй, ну хорош. Дурачка. Вот так вот тебе. Опять мимо. Ну что ж такое, а? Так, осталось еще 3 минутки. Ой, еще один удар у нас собьет. Смейтесь. Вот так вот он, сразу 3. Вот у меня тут в сундучках. Да, нам нужно купить еще сундучок. Здесь нам попались монетки. Ну и все. Пойдем-ка на эту локацию. Вот. На этой локации немного постреляем. И против нас 3 минутки. Один минут спит. Вернее, 2. Вот так вот получилось. Есть, и на этом мы победили. Идем дальше. Сразу 2 попали. А фенков, ну что? Минуты не попали мне. Ну, я на этом все равно смешно. Не знаю чего. Есть. Правда, монетки не взяли, но ничего страшного. Да, у Хэнка, конечно, глупка такая немного. Даже крыло... Ну, такая себе. Ну, ладно. Поехали дальше. Смеются с ничего просто. Эти минуты. Получается минуты. Один енотик спит. Нижнего не попало. И нам енотик все закрылся. Остался еще один. Ой-ой-ой. Ну ты мне тут куда сумку упал? Все, ну падать нам не надо. Получай. Есть, енота мы победили. Правда, у меня вопрос, как Хэнк может танцевать, стоять вот так вот на краю? Упасть можно. Странную оборот выберу. Один бит остался, еще один. Ай-яй-яй. Это плохо. Ну, сейчас ты получишь. Делай. Есть. Еноты побеждены. Ну и посмотрим, что с сундучками у нас. Вот, сундучка пока нет. Ну, зайдем на эту локацию. И...
Возьмем пока Анжелу. Еще одна монетка с фактором. Хотя, возможно, я в этой серии смогу открыть египетскую Анжелу. Я думаю, у меня получится. Так, монетки мы не все пока взяли. Ой, у нас пошел ленок. Получаю его. Прикольно. Хотел выстрелить нас, а выстрелил коробку. Только, правда, ты далеко там сидишь. Сейчас попробую до тебя добраться. Да, эти коробки немного мешали, конечно. Ух ты, как хорошо попал. И даже коробки ему не мешают. Ну, держись. Ой, эта преграда, конечно, нам мешает. Ой, мы проиграли. Жаль. Так, дальше. Попробуем пройти этот уровень еще раз. Только здесь уже... Нет, не несколько там минут, а только два. Монетки, монетки, хотя она была... Есть, я специально для самого дальнего. Так. Я попробую монетку собрать вот так вот. Мимо. Получили. Так, идем дальше. И против нас один у нас. Всего лишь один. Есть, монетки все собрали. Ну, и что ты сделаешь? Все равно у нас не попал. И один всего лишь ленок. Тебе никто не поможет, если мы сюда попадем. Есть, этого енота мы победили. Идем дальше. Нам нужно еще, я не знаю, три или две монетки. А вот хотя одна монетка здесь. Попробуем ее взять. Ого. Такая даже хорошо этот енот. Получается. Двое. Мимо. И сразу двух. И остался один минутик ангел. И вот звёздочка на нас перелетела. Попробую получить чуть-чуть стрельнуть, чтобы монетку взять. Монетку не получилось взять, мы ее перелетели. По той же траектории, только немного ниже. Так, монетку взять получилось. Осталось только сбить енотика. Ну, енота, она еще так плохо стреляет, а? Не может нас попасть. Потом мы в тебя скоро попадем. Получай. Так, у нас, по-моему, ключики есть, мы можем построить. Водовод монетки. И монетки можем открыть. Так, здесь пока все. Да, еще две таких монетки с кактусами. И мы откроем египетскую Анжелу. Вперед. Да, правда, на этом уровне нет этой монетки.
Ну ладно, пойдёте на следующем. Так, мы остались двух енотков. Коробка помешала. Ну и на пленку. Победа. Енотов победили. А последний енот высоко забрался. Я думала, в него не попаду, но попала. Не держись. Сейчас я до тебя доберусь. Да, это именно подъедка, его подъедка, она в нас не попала. Ай, это именно у нас хорошо попал. Не держись. Тут у меня вот так вот прицелить надо. Есть, получилось. Правда, монетка нам это не попалась. Ого, это круто было. Осталось еще два енотка. Так, монетку эту надо забрать. Ну ладно, коробки разгромлю. Неужели смеется, что у нас енот не попал? Нет, попали сразу двух. Только почему монетки не попадаются сейчас? Получай енот. Ну, монетку эту возьмем. Еще. Ой, этого енота уж, по-моему, хорошо попало. Получайте еноты. Ну эта монетка мне когда-нибудь попадется или нет? Ведь она не хочет нам попадаться. Есть один енот убит. И остался еще один. Всех енотов убили, и Анжела танцует. Ну где же эта монетка? Не попадается. Получай енот. Ай, эта звездочка хорошо попала. Верхнего енота попробую попасть, только немного выше. Держись. Вот это было круто. Били почти всех енотов. Остался один. Получай енот. Так. Поменяю я Ангелу на Тома. Пусть будет пока Том.
Томом пока поиграем. О, и вот и монетка. Постараемся ее взять. Вау, вот это было круто. И мы монетку взяли, и мы откопили. Идем на следующий уровень. Вот это было круто вообще. Так, надо будет вот эту монетку взять. Золотенькую. Держите нас. И не удержался, и упал в воду. И зато Том танцует. Потому что рад, что победил енотов. Вот это было супер. С одного удара сразу 3 минуты. Так, я хочу поменять уже персонажа. Возьмем, который у нас был пиратом. Здесь будет пиратом. Я думаю, на следующем уровне попадется эта монетка. Нет, нет, это там. Попали сразу 2 енота, но зато у нас попали еноты. Постараемся эти монетки забрать. Вот так вот сначала. Вот так вот вам. Остался 1 енот. Мимо, мимо. Есть, получилось. Я думала, этого енота не получится сбить. Ну, все обошлось. Так, сбили. Одного енота мне во второго попали. Зато у меня попал енот. От монетки постараемся взять. Вот так вот себе енот. Есть, енота мы снова победили. И за это получили 60 монеток. Последний енот собрался далеко. Я думаю, может быть, это коробку. Есть. Эти коробки попадали на енотов и сбили их. А то не смешно. Вот так вот он. Даже не думала, что так получится. Коробку нельзя сбить енотов. Это было круто. Одного енота я сбила сама, а коробка сбила другого енота. Это вообще было круто, даже очень. И сейчас. Да нам просто везет сегодня. Ну, хотя, если честно, не очень, что один раз мы проиграли, но ничего страшного. О, наконец-то. Последняя монетка, которая нам нужна. Мы откроем египетскую Анжелу. Ну, мы ее уже откроем позже. Так, монетку мы взяли. Есть.
победили всех енотов. Это был уже последний уровень. И... скоро мы откроем гибкое ангела. Хотя я могу ее даже сейчас открыть. Но это уже будет в следующей серии. Потому что уже серия так долго идет. Ну, и кстати, да, если кто хочет получить от меня привет, вам нужно в комментариях написать имя и фамилию. Ну а на этом мне пора заканчивать. Понравилась эта серия, ставь лайк. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока и до новых встреч!